Число точек социальной торговли увеличилось в Приморье в 3 раза. Такие данные были озвучены на выездном заседании правительства Приморья в Кировском районе. Как доложил министр промышленности и торговли региона Сергей Калинин, в крае действует сразу несколько проектов, позволяющих покупать товары по сниженным ценам. Они позволяют покупать продукты с торговой наценкой не более 15%, преимущественно произведенных в Приморье. Доступность, обеспеченность и уровень цен на социально значимые товары является важнейшим индикатором для населения. Именно поэтому мы уделяем большое внимание работе по социальным проектам. В целях обеспечения населения основными продуктами питания по доступным ценам в 2023 году в Приморском крае продолжена реализация ряда социальных проектов: «Приморское лучшее», «Доступное Приморье», «Приморская рыба», «Добрый хлеб», «Держим цены» и «Карта Приморец». За 2022 год количество торговых объектов, реализующих социальные проекты, увеличилось в 3 раза. Я благодарю всех глав муниципалитетов за вовлеченность в эту работу. По его словам, в наступившем году продолжится работа по увеличению торговых точек в городах и районах края. Здесь власть готова поддержать предпринимателей субсидиями на покупку автолавок либо киосков типа Купава. Как обозначил губернатор Олег Кожемяка, нужно сосредоточить внимание на реализации продукции, в том числе у садоводческих товариществ. Также он отметил необходимость давать приоритет местным производителям при проведении госзакупок.